Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об отзыве BMW и бедах Илона Маска. Росстандарт сообщает об очередной отзывной кампании. На этот раз она касается автомобилей BMW. 33 026 автомобилей X3 и X4 должны вернуться к дилерам на доработку. В автомобилях обнаружен дефект крепления детских кресел Isofix. Одна из скоб крепления может изогнуться и перестанет обеспечивать надежное крепление кресла самого важного пассажира. В рамках мероприятий владельцам кроссоверов бесплатно поменяют неисправный узел. А пока в BMW рекомендуют фиксировать детское кресло при помощи ремня безопасности. Список ВИН-кодов автомобилей, подлежащих отзыву, есть на сайте Росстандарта. И если вы владеете кроссовером, выпущенным с августа 2010 по май 2016, то лучше проверьте, не надо ли вам заехать на ремонт. Компания Audi окончательно разобралась с тем, как будет называться линейка ее электромобилей. Теперь все электро-Audi будут носить название e-tron. Первый автомобиль под новым брендом появится в 2020 году. Вероятнее всего, он будет копией концепта, который был представлен в прошлом году во Франкфурте. О матчасти нового автомобиля пока ничего не известно. А вот концепт оснащался тремя электромоторами с суммарной мощностью от 435 до 503 лошадиных сил. Крутящего момента здесь было аж 800 ньютонов на метр. Кроме этого, тяжко придется и Илону Маску, и его Теслам. В Ингольштадте уже создают полностью электрический седан с четырьмя электромоторами. По утверждениям немцев, на одной зарядке он будет способен проехать 500 километров. В качестве опции машина получит систему автономного пилотирования. Она уже сразу сможет читать дорожные знаки и разметку и реагировать на пешеходов. Но на скорости до 60 км в час. Это тоже можно считать пинком американцу. Недавно немецкий суд запретил компании Tesla использовать слово «автопилот» для обозначения своей системы. Катализатором этого стал случай в США, где один из клиентов Tesla разбился насмерть. Выяснилось, что в момент ДТП автомобилем управлял компьютер. Поторопились вы, товарищ Маск. Наберитесь терпения, как немцы. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин.